Crane, do you copy? Crane, good to hear you're still alive. Did you find Jade? Yeah, I found her. Listen, I also found Dr. Zara's tissue samples, and I'll bring them to you, but first there's something else I need to do. Okay, Crane, but remember, we don't have a lot of time. I know, Doc, but I'm about to buy us time. I'll be in touch. Почему-то я не мог подобрать грибы. Ну, окей. Ладно. Блин, печально, конечно. Хотя к этому все шло, в принципе. Ты где там, друже? Сейчас я это... меняю. Крейн, это Тобайас. I've got a new workshop set up here in Old Town, and I've made massive progress on my machete. You've got to see it. You've just got to. So come and visit me, okay? We saw a flare nearby. Тобиас, не для тебя. But someone ran into a group of bandits. Someone's going to be dead soon. А вот это задание, в принципе, можно попробовать пройти. Ой, я тебя еще хотел убить. Что ты сказал, Тобиас? Тобиас, Рипер. Так. Вообще, я сказал, что не до него сейчас. Ты стрелял из пистолета? Нет еще. Постреляй. Ну, когда мне придется это сделать, когда я встречу живых дебилов, постреляю. Ну, кого-то можно спасти или убить. В любом случае, нам есть чем заняться. Просто заклюем его. А, все что ли? Что-то как-то быстро даже. О, сейчас дай, стой, попробую. Ну, блин, стой, дай пистолет как раз опробую. Ох ты ж, ни хрена, он сразу очереди. Ты, давай, ты же, ну, ты или ты? Нет, вот этот, поход. Не, этот. We are all in your debt. Так, вверх. Я застрял в лампочке. It's you, Crane. I've seen your face on the posters. You've got to help me. What happened to you? I took a bullet from Razor's men. I'm a runner too. Well, almost. Look, I'm out of commission. Can you help me out? I need you to finish this run for me. Hey, look, I'll get you to a shelter or something, but I've got other things to take care of. You don't have anything more important than this, I guarantee it. All right. Tell me what you got. The source of the epidemic. Where? David can show you. Here's a list and a bag with the things I already collected. The rest is on you. When you've got it all, take it to David. He'll tell you everything. You'll find him at the Royal Canal. Tell him Spider sent you. What about you? I've got a safe house nearby. I'll be fine. Just help David. That's all that matters. Я думал просто тебя пристрелить. Ну ладно. Живи. Деталь кальяна. Ну чё, покурим? Чё? Деталь кальяна. О, я походу знаю тут, какие умники творят здесь всякую хрень. Идем к нашему другу с эпичной музыкой. Да походу, хотя я не уверен. Ладно, в любом случае ничего хорошего, а мне нужно будет сейчас подобрать на всякий случай парочку водорослей, и тебе, кстати, тоже советую. Так. Ой-ой. Че такое? Да че ты? FPS просел. Странно. Нет, как бы фриз такой был. Ну я понял, говорю, странно. Воу-воу-воу! Че-то я передумал туда идти. Че так? Там. Там, короче, вообще не весело. Где? Вот там, там внутри. Так.
Ну, допустим, этих двоих я уберу. А вот этого... Ну, в общем, с ним будет чуть посложнее. Ауч. А все потому, что он бегает. Ай, и камнями швыряется. И руками махается. И мертвый лежит. О, крестоносец с ним, кстати, лежал. Гладиатор. Что круче, гладиатор или крестоносец? Крестоносец в броне, гладиатор без. Надо затариться. Надо спасти людей. Ты чё сказал? Вообще, ты хоть понял, что ты вообще сказал, тварь? Да не ори. Что, ты про что? Декон, помогите, говорит, мне. Уже мы всех убили, он только тогда заорал. Но он испугался сильно. Ты так же себя вел. Так. Ну чё, нам дальше надо. Бежим. Так, мне, кстати, интересно, где зоны. И мне в комментах, кстати, написали, что есть очень сильное оружие, которое находится в начальной локации, а не в этой. Здесь, кстати, сундук. Нифига себе, что тут лежит. Чё? Пластик. Хуже. А у меня что-то синее, зеленое. Я чуть с крыши не упал из-за этой твари. Так, а я походу... Я походу что-то нашел. Что ты нашел? Ну, в общем, я неприятности на свою попу нашел. Но дверь я закрыл. Так, где что нам надо взять? Ты что там сделал? Убиваю. А за что нам дали 4000? Не знаю. Честно, не знаю. А, ну я, в общем, детали кальяна собираю. И, кстати, собрал. Так тут ящики есть, хочешь открыть? Сейчас. И где ты? Бегу. Ты далеко, что ли? Ну, довольно. Я тут окольными путями. А, нет, ты близко. Надо чуть-чуть зомби разобрался. Да вот тут двери есть. Воу. Сдохни, малый. Спасибо. А ты где? Я так понял, это ты швырнул? Кого швырнул? Кого швырнул? Что там взорвалось? Этот взорвался. Здоровый, ну желтый. Я тебя ненавижу. Знаешь, как все получилось? Ты не думай, это все случайно. Да. Я тебе говорю, я в него выстрелил, и он туда... Да, конечно. Вовнутрь к тебе туда заехал. Это чистая случайность, поверь мне. Да. Прям, знаешь, бегу и верю просто. Ну, потом посмотришь. Ну, потом ты посмотришь, насколько... Я, главное, такую малого душу уже думаю, ну все, я сейчас их как тут, а они тут... Так, сейчас, погодь, у меня тут проблема небольшая. Минус один. Так, я вскрыл сундучок. Так, а что здесь найти надо? Не знаю, иди ко мне, у меня здесь этот. Я нашел кальян. Окей, там еще будет несколько. Иди сюда, у меня тут этот набор часы самодовольного. Блин. И ценности. Ну, у кого как. Блин, нельзя проскользить под ней. Блин, где здесь было вот то место, где ты входил? Нифига себе! Слышь? А тут вот где-то двери. Где-то это где? Ну? Тут? По-моему, вот тут вот. Да, вот тут.
короче, клевец лежит. Но я не помню, сколько он стоит. Да иди ты! Просто эпичный извращенец. Не, главное, он случайно к тебе заскочил. Угу. Так говорю, случайно. Да, да, да. Верю, верю. Ну, так. Не верь. Так. Че, все, на выход. Так, тут, кстати, можно с кем-то поболтасимо. Поболтахинимо даже. А, пошел ты. Да паш. Да паш. Да ладно. С какого хрена я не могу туда запрыгнуть? А, ну, ты видимо... тут орешь. Так. А нет! Я не ухватился почему-то. Сейчас у меня катушка перекатывается. Я не могу раньше тебя спасти, подождешь. 20 секунд. А, ну ладно. Она не сработала! Какого фига? Хотя ну, до лежи, этого... Лежи, лежи сейчас. Ты прям рядом, надо мной, давай. Блин, меня бесит, почему у меня кошка работает раз через полраза. 10 секунд осталось, считай. Давай, чувак, чувак, чувак. Так я появляюсь, появляюсь. Где ты? Чувак, давай внизу. Просто джеронись. Жди, 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 жди. У меня ничего не снимут. Жди, жди. А, нет, опять 68. 680 сняли. Да все, я уже. Это извращение. Она тоже не сработала. Иди сюда. So, what do I have to do? You need to install it at the highest place possible. That way we'll have the best chance to break through. Okay, so let me guess. I need to head out to that giant antenna tower at the edge of town? The fastest way is through the sewers. Savvy will guide you over the radio. So contact him when you get to the other side. And Crane, when you install the amp, make sure to set the correct frequency on your radio. Pull this off, and the entire world will hear you. Let's hope so. See you, Troy. Ну что ж, опять нам по дерьмостоку плавать. Да это не такое... Блин, здесь можно было аккуратно забраться. Вон там есть вообще вон эти синие мешки. Зачем ты спрыгнул-то? Нам продаться бы надо. Чего? Вот ты про... Слышь, люди говорят, самое сильное оружие в игре. Тут, блин, урон 906 есть. У кого? Замечательный средневековый что-то там. Только нужен 29 уровень. Средневековый длинный меч тоже там. 20-ку стоит, блин. Сейчас могу его купить. У него урон. Отличный тяжелый колун. 18 736 урона. Та же фигня, кстати говоря. Вот я бы тяжелый колун купил. Вот я его уже купил. Потому что мне нужно двуручное тяжелое оружие. Вот средневековый 20 уровня. А, но... нет свободных ячеек. Да, надо тут всякого. Но что? Гумна на продавать. Так. Великолепный меч. Бла-бла-бла. Так, исключительный ледоруб к чертям. Это все тоже к чертям. Слитель выносливость. Ну, хрен с ним, пусть остаются. Пистолет Райс. Отличный тяжелый колун. Ну да, все остальное мне, в принципе, надо. Колун я, кстати, купил, в общем. Я тоже купил. Так, значит, надо патронов купить. Это да. Причем винтовочных патронов нет свободной ячейки. Так, чертежи. Молот богов. Огонь и электричество у меня есть, слышь? Угу. Я, наверное, яд поставлю. Тупая травма. Замечательный античный клевец. Пусть будет еще.
Так. Потом что еще могу сделать? В навыках, кстати, прокачать что-то мог, оказывается. Захват. А, вот, все. Наконец-то я могу выбираться сразу. Еще и оглушать на 5 секунд. Так. Инвентарь. Отлично тяжелый. Улучшить. Ох ты ж, блин, у меня сейчас, короче, этот колун будет настолько мощный, что просто жесть. У меня тут хрень есть под названием Варвар, Король и Храмовник. И это я все установлю, и, блин, он у меня настолько мощный, что просто шистец. Знаешь, какой у меня урон сейчас у колуна? Какой? 1105. Нифига себе. Шесть просто. Нафиг эту дубинку, она мне не нужна все равно. Так. Как-то у меня нет желания особо сильно падать вниз. Сказал я и упал. Ну как теперь отсюда выбираться? Друже! Ау. Я в полной попе! Чё у тебя там случилось? Да не, всё, выбрался. Блин, так он двуручный, ё-моё. Ну. А это значит медленный. Я-то думал, что он, блин, будет крут. Твою налево. Не, ну он определенно крут, конечно, но... Я ж тебе сразу сказал, что он тяжелый. Считай, прокакал. Ну ладно. Давай идем к Давиду. К Давиду. Да серьезно? Правда, да? Вы что, издеваетесь надо мной? Друже, ты где там? Кстати, как вот эту хрень делать, я так и не понял. Это надо, короче, это, присед, в прыжке присед делать. А, вот так, типа. Так у меня нифига она работает раз через раз. А с места не делать, здесь надо с высоты прыгать. Вот веди их сюда. Вон, с машины делает, с машины. Да, блин. Меня с этим молотом уже раз 200 покусали. Типа так, окей, понятно. Ну и с чего у меня будет очень мощное оружие, окей. Стой. Стой, кому говорю. Че ты орешь на меня? И ты че на меня орешь, и ты тоже. То есть надо с возвышенности это делать. О! Отходи оттуда. А то возвышенность спасет тебя. Блин, почти попал. Please help me. If it wasn't for you, I'd be dead. Да, если бы не мы, он был сдох. Тут внизу этот сундучок. Ну открой. Так я открыл. Где внизу? Слышь, ищу тебя, где внизу? Выбегаю, тут труп. Думаю, окей. Где внизу-то? Да фигня тут вообще. А отличная машета просто. А чё-то я не понял, чё так... А, блин! Я не на тот колун поставил. А сфига ли у меня звук троса слышит? Ты же вроде на тросе. Чё думаю, за молот такой говёный? У меня не тот молот стоял, который нужен. Точнее, топор. Пойдем дальше. Пойдем. Не, колун мне определенно нравится больше. Он более шустрый и при этом тоже убийственный. Чем Даодри убийственный.
Как у него голова так красиво отлетела. Да хорош, чувак. Но мои-то этого не слышали. Что значит не слышали? Наверное. Слышали? Оно было в третьей серии, по идее. Так, ну чё, спасать? Оу, правда, тут уже спасать некого. Кого там собрался спасать? Дест, заценишь, заценишь это, заценишь? Что? Смотри, прыжок веры. Смотри. Дебила кусок просто. Он начал такой, и всё. Ну ладно. Сейчас в тебя булыжник полетит. Фига ты его раскромсал. Ты убил его, да? Нет. А, нет. Но тебя спасу, по идее. А, что-то летит. Я тебя спас, чувак, один раз, по крайней мере. Я в огне лежу. Отменить, блин, мать его. Что за? Десять секунд. Сзади. Вау! 4 хп. Нет! Но я эпичен. Come on, bitch. Ай, он меня ударил. Все, но я его, по-моему, добил, да? Угу. Отличная какая-то кувалда. Короче, ладно. Я тебя, как обычно, спас в жопу. Угу. Вот у тебя, кстати, в последнее время что-то не получается мне жопу спасать. За исключением момента, когда мы были у Раиса. У Раисы. Ну нифига там, попробуй тебя спаси, ага. Я бы, конечно, с удовольствием. Короче, мы должны всем помогать. Mm-hmm. Благотворительность? Чтоб я. Ну, мы как-то вот этого чувака возьмем что-нибудь, нет? Thanks. Чувак, чувак. Алло. Чё возьмем? Иди сюда. Вот ты просто жопошник. Who are you? Crane, Spider sent me. Why? What's happened to him? He ran into Rice's people, but he'll be all right. Like, I brought the things he was collecting for you. You're a lifesaver. Thanks, Crane. This is really going to make a difference. So, tell me what this is all about. Oh, I thought you knew. I know it involves the source of the epidemic. Yes, the meteorite. I know where it landed. You think the epidemic came from space? What do you think? Aran gets hit by a meteor, a bunch of guys in hazmat suits show up, and 2 days later, people start jumping on each other. You think that's a coincidence? You have some proof of this? I did. Rice's men just took off with my last samples. I was going to send Spider out for some more. Could you do it? Чувак, так вот что произошло не так далеко от нас. Ну ты понял, о чем я. Упал метеорит. Да, и, видимо, к сожалению, там никто не выжил. Ты далеко пошел? Нет, я здесь. А я хочу опять. По крышам я! Чуть не спрыгнул. А я спрыгнул. А ты чуть на скалу не попал. Я видел. Alright, I've reached the site. I don't see anything. Alright, listen. The meteor shards react to green light. That makes them easier to spot. The Azmat guys put up some lamps and a generator. They should still be working. Я еще сам назад отпрыгнул, меня еще взрывом отбросило. Блин, я думал, нас куда-то приведет. Не, я нашел. Осколки. Один. Чё ты зомби даже убить не можешь? Я в прыжке пытался его убить. Не получилось. Да-да, рассказывай. Вот теперь получилось. Пошел ты! Слушай, так не говори, что это...
Что они в воде? Вон он, походу. Иди сюда, я не буду подбирать, чтоб ты посмотрел. Да, я посмотрел уже на один. Я просто знал, что нам нужно больше одного, поэтому подбирай. А, он так светится красиво. Он круглый, да. Эй, чё он перестал светиться? Все. Так, круг сужается. Я думаю, что в воде, наверное, тоже есть. Ты как думаешь? Ну, не исключено. Мне кажется, где-нибудь вот здесь вот за скалами, под скалами. И как метеорит должен был попасть под скалу? Ну, в смысле, в воде имею в виду. Так, ладно, я пошел поплаваю. Давай, ты поплавай, а я тут попробую поискать еще. Тем более, тут грибы еще собирать. Это важно. На кьюшку-то действуют осколки? Не знаю, я что-то пока не вижу их. Если на кью действует, то тут вообще пусто. Если не действует, то... Это вообще проблемно. А, вот, нашел. Посмотри, на кью действует? Да. Ну, я сумочку нашел. Ну, интересно, если долго в воде быть, ты сразу умрешь, или у тебя хп будет потихоньку исчезать? А вот хрен его знает, но можешь проверить, я тебя... Сейчас проверю. Мне как раз дыхалка. Ну только ты как бы поближе к краю подплыви, чтобы я потом не задохнулся еще. Да нет, я вот здесь лежу, у лодки. У лодки лежу. Я лежу на пляжу. Ну-ка. А, ну потихоньку. Ну, так неинтересно, я радовался, если ты понял. О, нифига себе, что это такое? Что это такое? Чё? Иди сюда. Иду. Чё? У тебя здесь ничего нету странного? У меня труп здесь. Труп? А у меня здесь, ну, где-то порядка 20 мешочков. У меня такое было чуть-чуть раньше, в другом месте. Как будто здесь 20 трупов убили. Ну, помнишь того, которого ты с дробаша убивал? Вот у меня на его месте было столько же. Да, у меня тоже так было. Вообще так-то прикольно. Идешь, а тут такой, ты все отплавал? Да. Прям вот все. Ну, вроде да. Просто тогда у нас проблемы. Ну, почему сразу проблема? Ну, потому что я наверху тоже вроде как все отбежал. Что-то лично не заметил. Может, как-то можно этот поворачивать свет? Или генератор опять запустить? А, у нас генератор опять вырубился. Вот почему они на... Вот мы дебилы просто. Все, я понял. Короче... Помнишь, что типа это... Почему они... Ой, почему он светиться перестал, ты еще такой сказал? Тут здоровый. В смысле? Ну ты ищи, я его, думаю, заберу. В смысле здоровый? Ну, с кувалдой. А, ну так у меня тоже. Так, ладно. Будешь ударить, ну? А? Да я этому говорю. Ой-ой, чувак, меня здоровый убил. Я не ожидал, что он так быстро повернется. Давай, беги. Он как раз от меня далеко к тебе убежал. Просто мимо пробегай. Я что-то не ожидал, просто что он так повернется, блин. Сейчас я добью эту тварь. Где он? Ну! Я должен был отомстить, чувак, это нечестно. Ладно. Ну иди моего убей. Где твой? Тебя как генератор включи. Ладно, я его тебя еще раз спрошу, и где твой? Так, на другой стороне. Да? Где-то здесь ходил. Вот он здесь был, я отсюда убегал. Да врешь ты все. Я тебе говорю. Я не знаю, где он, честно. Я когда убегал, он был живой.
Ты что, охренела, что ли? Откуда ты вообще взяла здесь? А, их свет привлекает, вот в чем дело. Так, вон он, там, походу. А, вон он, я его вижу. Да пофиг уже на него. А, ну в принципе нам как раз наверх надо. Сейчас я еще раз включу его. Да все, все, я нашел. А, все? Зашибись. Да-да. Ну, короче, по две штуки, можно сказать, на брата. Ну да. Так. Там, кстати, будем забирать груз? Ну, пойдем. Ну, куда пойдем. Ты? Вот. Я думал, что тут вода. This is the tower. If you still haven't made it to someplace safe, do it now. Что там у них дует? Откуда ветерок? Чем попахивает? Не, я серьезно думал, что там вода. Да, да, ты, да. Ты же мне веришь? Нет. А я думал, что там вода. Эу! Да ну! Я, короче, засмотрелся в бок. И тут вижу, как... Ну, боковым зрением вижу, как в меня летит камень. Этот камень оттолкнул вниз. Ну чё, один-один, я тебе тоже не поверю. Но я убил толстячка. Быстро ты его. Я смотрю, там бегает, короче, этот. Ну, зомби орёт, орёт, и мне камень прилетел. И такой, оп, камешек, ты такой, ух ты! Да, да, да. Я такой, сейчас, знаешь, не хватает. Уии! Ждан словил, не ждан. Полечился бы тут. Да, сейчас. А мне аптечки надо создать, кстати. Не знаю, как тебе, конечно. Дело, говоришь. Посмотрим, чем различаются натуральные аптечки. Создадим одну. И создадим кучу обычных. Ну, натурально, наверное, она из травы она из травы делается. А это из пластика и домашних припасов. Ну, пофигу, один фиг лечится, по-моему, и то, и то. Точнее, из марли алкоголя. Скорости, нифига себе. Усилитель ночного видения, усилитель выно... О, крутяк. Я что-то не делал усилители. Я их так. Тоже не делаю, они лично по мне как-то, по-моему, немножко бесполезны. А как их использовать? Ну, просто берешь, выпиваешь, как обычно эти. А, то есть их надо ставить на этот... Ну стоит. Да, да. Ну, блин, они только место занимают. Ох ты ж, я опять как Спайдермен полетел. Такой, знаешь, вот помнишь, вот в начальных играх Спайдермена там было как, типа, в небо улетала паутина. Да-да-да. Кто-то, ну, по-моему, там в комментах говорил, что ты там как Спайдермен. Вот-вот, я к чему сейчас и сказал. Пойдем, а то сейчас ночью тебя там закусают, а я ушел оттуда. Я не могу найти усилителя. Че, у меня только один, что ли? Я же дофига делал. А, они у меня уже стоят. Усилитель скорости. Уль-уль-уль. Энергетик бахнули. И усилитель выносливости. Уль-уль-уль. Я еще раз повторюсь, они как бы немножко бесполезны. Нажми Б. Ну, по мне нет особо. Нажми Б. Ну, кстати, я резче стал. Б нажми. Да-да. Alright, I've got your meteor fragments. Good. I'll load the shards into the accelerator chamber. And we'll be ready to take the fight to the reptilians. Whoa, wait, whoa. Who are we taking the fight to? Okay, technically they're Gadoids from Orion, but reptilians is a recognized euphemism, even if it's a bit redneck. Uh-huh. And these Gadoids did what now? Please. They came to Earth eons ago and formed the Order of the Illuminati. Now they want to dominate us and spread around the entire fourth level. They have been turning people into slaves. But now you're going to stop them. Because you have this. I do? Remember, it's not going to cut through a fast variable gamma shield, but short of that, it should deatomize anything out there. Right. Got it. Anything else? I'd estimate you can count on 500 charges before you need to replace the meteor shard. So go get them, soldier. Send them to hell. Envoyez-les à l'enfer. Gee, thanks, David. Thanks a lot. What?
Что я только что услышал, скажи мне, пожалуйста. Чувак! What the fuck? Противозачаточный. Противотресковое оружие. Ноль. Вот мне просто ради интереса его поставлю. Сейчас. Сейчас поставлю. За место пистолета Райса. Воу. Инопланетная пуха. Ну так. Оу, а звук приятный. Ух, нихрена она выглядит! Ты выстрели. Так, путыщ. А чё у меня патроны не это? Ну-ка, давай-ка проверим, как она стреляет. Ну урон ноль. Как она, по-твоему, стреляет? Ой! Она, походу, только... останавливает. Она, походу, только проблемы создает. Приманивает. Да твою ж! Не-не-не, ну нафиг. Бежим. Да ты убежал? Нет еще. А, у меня перезарядка! Иди сюда. Давай это самое, нажмем по эскейпу. Надо фонарики поставить. Да забей, давай. Сейчас. Да блин, че я все время лечусь за место Г? Я же Г нажимаю. К тебе бежит. А где мои фонарики? Прикинь, у меня нет фонариков. Прикинь, я здесь драться с этим придурком не могу. У меня нет ракет. Так. Давай, дебилоид, иди сюда. На, минус один, минус второй. И ты тоже минус. Чё, кто следующий? Ты на тоже. Кто следующий? Ты. И ты на. Еще кто есть? Девочки. Кто там повеселиться хотел? А? То ты на под ноги. На сюда еще. Еще все? Сдулся, малец. И ты тоже на. Слабоваты вы, ребята. Против нас-то. Вау! Фига мне 2500 за него дали, блин. Ай, блин, я упал. Вроде так хорошо летел, но упал. Воу-воу-воу-воу-воу. У меня тут два этих. Падай ко мне. У меня здесь никого. Так, я сейчас бы действительно к тебе упал. Что тебе мешает? То, что у меня кошки не было, я бы не выжил. А ты понимаешь, что без кошки это некоторая проблемность создает? Угу. Вау-вау-вау. Так, ладно, я продолжу охотиться на этих дебилов. Эй, ну моих-то не трогай, это мои фраги, я на них зарабатываю. Петюр. Блин, ну хп, конечно, сильно тратится, я тебе скажу. Хп? Ага. Воу-воу-воу-воу-воу. О, привет. Все, я его завалил. Да че ты по секунд такой? Знаешь... серию точно назову «Ночная жатва». Собственно, на этом все, наверное. Сейчас, да, куда-нибудь забежим. Вон сюда. Поднимайся ко мне. Ну,
Это не так-то просто сделать, как тебе кажется, честно говоря. Да, куда он исчез? Я нашумел. Да серьезно, что, правда, да? Ой, еще кто-то. У тебя сколько там аптечек? Воу, у меня 22 хопа, нет. А, черт, я не успел вылечиться. Аптечек 18. Отлично. Все, давай так, отсюда смотаем. Сам по-тихому. Не-не-не, по-тихому. Все, пока он нас не видит, смотаем отсюда. Давай. И вон в берложку. И просто доживем остаток ночи. Здесь они нас не тронут. Заодно с этим пообщаемся, нет? Там нельзя с ним. Этот... С ним поболтать нельзя, а? Так, ща я ему тут подожди, да, навалю. Что ты делал? Я ему в миску навалил. Ты дурак, что ли? Как ты дурной ты просто, а? Паркурщик. Паркурщик. Ночной выживший. Сколько дали-то? 700. 10 тысяч. Дофига ли? Я тебя запинаю быстрее, чем... А, она у меня сломана.